столетию военно-воздушных сил России. Шла Первая мировая война. 17 июля 1916 года русские морские летчики одержали победу над немцами в первом воздушном бою над Балтикой. Четыре гидросамолета М-9 поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. В честь той исторической победы 17 июля отмечается как День морской авиации ВМФ России. 12 августа. Аэродром Жуковский. Вход только по пригласительным билетам. Узнай больше на сайте www.100letvvs.ru.